Сергею Безрукову мало лишь одних сценических имен. Ему подавай самый настоящий бренд. 1,5 года беготни и вуаля! Регистрация торгового знака «Безруков Сергей Витальевич». Патент ФИО позволит актеру производить 453 вида услуг и товаров. С какой целью? Пока остается загадкой. Не секрет, что Ирина Дубцова умеет пророчить себе судьбу. Помните отрывок из композиции Дубцовой и Руденко «Вспоминать»? «Я не буду молчать о нас, прощаться, изменять имена». Ну вот распета, значит сделано. Не прощаясь, Ирина вернулась в прежние отношения к Тиграну Мальянцу. Мало того, что ссора в прямом эфире между Дубцовой и Руденко повлияла на их отношения, так еще и Тигран не преминул воспользоваться моментом. Бизнесмен все чаще звонил артистке, дарил презенты и... таки уговорил ее вернуться к нему. Спустя 5 лет, да и сама певица, видимо, уже подзабыла о проблемах с 12-летней дочерью Мальянца от первого брака. Что касается сына Иры, Артема, то он считает Тиграна своим вторым отцом. Какую еще песенку напишешь, Ира? О семейном счастье и воссоединении? Или... А вот Ольге Серябкиной, солистке группы «Серебро», некогда строить отношения. Она, как всегда, думает лишь о работе. Не только в трио, но и в сольном проекте «Холи Молли». Спустя 1,5 года после скандального «Kill Me All Night Long» Оля представила новый клип под названием «Молли». Теперь она не поет, а читает рэп. Поп-хип-хоп от Ольги получила неоднозначные отзывы на интернет-просторах. Восхитительно! Прекрасный потенциал для выхода на мировую сцену, скандируют одни. Другие не разделяют эту точку зрения. Противно, что наши русские девочки косят под Америку. Где-то я уже слышал этот голос. У 5 разных исполнительниц, только у тех ягодицы были побольше. Ну и все в таком же духе. Не обошлось и без сравнений Холи Молли с зарубежными артистами. Продиджи, Диантвуд и Брук Кэнди. Всем не угодишь, уж эта Оля знает точно. И продолжает наряжаться в свои яркие купальники и чересчур откровенные топы.